3 июля Верховный суд ПМР рассмотрел жалобу, которую подал адвокат Артура Балана, на решение Бендерского городского суда, который осудил его 6 апреля по статьям 260 часть 2, 261 Уголовного кодекса ПМР и назначил 2,5 года лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года. Верховный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Елена Цветкова, Алена Бухаткина, Днестр ТВ.